Дени Дидро. Французский писатель, философ-просветитель и драматург, основавший энциклопедию или толковый словарь наук, искусств и ремесел. Иностранный почетный член Петербургской академии наук. Женщины пьют льстивую ложь одним глотком, а горькую правду каплями. Стройте систему, я это одобряю, но не давайте ей порабощать вас. Литератор, если он человек разумный, может сойтись с женщиной, способной состряпать книгу, но жениться должен лишь на женщине, которая умеет состряпать обед. Если нет цели, не делаешь ничего, а когда цель ничтожна, ты не делаешь ничего великого. Когда мы находимся во власти какого-нибудь стремления, оно начинает казаться нам вполне разумным и даже осуществимым, а это придает необычайную силу. С того момента, когда возникает угроза смерти, поступок, бывший раньше низким, сразу становится героическим. Умен лишь тот, кто так же глуп, как мы. Глубокие мысли — это железные гвозди, вогнанные в ум так, что ничем не вырвать их. Потеря невинности вознаграждается утратой предрассудков. Врачи непрестанно трудятся над сохранением нашего здоровья, а повара над разрушением его, однако последние более уверены в успехе. Родители любят своих детей, тревожно и снисходительной любовью, которая портит их. Есть другая любовь, внимательная и спокойная, которая делает их честными. И такова настоящая любовь отца. Жизнь злых людей полна тревог. Такова жизнь, один вертится между шипами и не колется. Другой тщательно следит, куда ставить ноги, и все же натыкается на шипы посреди лучшей дороги, и возвращается домой ободранный до потери сознания. Три четверти жизни мы тратим на желания без дел и на дела без желаний. Для того, чтобы быть счастливым, нужно иметь хороший желудок, злое сердце и вовсе не иметь совести. Хороший стиль кроется в сердце. Вся жизнь лишь цена обманчивых надежд. Женская стыдливость всего лишь хорошо понятое кокетство. Любовь часто отнимает разум у того, кто его имеет, и дает тем, у кого его нет. Когда мужчина неуважительно относится к женщине, это почти всегда показывает, что она первая забылась в своем обращении с ним. Излагать истину некоторым людям – это все равно, что направить луч света в совиное гнездо. Свет только попортит глаза совам.
и они поднимут крик. Если бы люди были невежественны только потому, что ничему не учились, то их, пожалуй, еще можно было просветить. Но нет, в их ослеплении есть система. Можно образумить человека, который заблуждается невольно. Но с какой стороны атаковать того, кто стоит на страже против здравого смысла? Где как ни в браке, можно наблюдать примеры чистой привязанности, подлинной любви, глубокого доверия, постоянной поддержки, взаимного удовлетворения, разделенной печали, понятых вздохов, пролитых вместе слез. Довести варварский народ до высшей степени могущества легче, нежели вывести из состояния дремоты народ просвещенный. Где бы ты ни очутился, люди всегда окажутся не глупее тебя. Разве вам не известно, что настоящее блаженство заключается в том, что все люди нуждаются друг в друге, и что вы ожидаете помощи от себе подобных точно так же, как они ждут ее от вас? Женщины ненавидят друг друга, и однако все до единой защищают друг друга. Если ложь на краткий срок и может быть полезна, то с течением времени она неизбежно оказывается вредна. Напротив того, правда с течением времени оказывается полезной, хотя может статься, что сейчас она принесет вред. Мы добиваемся любви других, чтобы иметь лишний повод любить себя. Не пускайтесь в объяснение, если хотите, чтобы вас понимали. Самый счастливый человек тот, кто дарит счастье наибольшему числу людей. Природа подобна женщине, которая любит наряжаться и которая, показывая из-под своих нарядов то одну часть тела, то другую, подает своим настойчивым поклонникам некоторую надежду узнать ее когда-нибудь всю. По своему характеру я склонна к снисходительности и могу все простить людям, кроме несправедливости, неблагодарности и бесчеловечности. Широта ума, сила воображения и активность души – вот что такое гений. Расплата в этом мире наступает всегда. Есть два генеральных прокурора, один тот, кто стоит у ваших дверей и наказывает за проступки против общества, другой – сама природа. Ей известны все пороки, ускользающие от законов. Образование придает человеку достоинство, да и раб начинает сознавать, что он не рожден для рабства. В самом обыкновенном найти невероятное, а в невероятном обыкновенное настоящее искусство. Бог христиан – это Отец, который чрезвычайно дорожит своими яблоками и очень мало своими детьми. Истина любит критику, от нее она только выигрывает. Ложь боится критики, ибо проигрывает от нее.
Цель энциклопедии – собрать знания, рассеянные по свету, привести их в систему, понятную для людей ныне живущих, и передать тем, кто придет после нас, с тем, чтобы труд предшествующих веков не стал бесполезным для веков последующих, и чтобы наши потомки, обогащенные знаниями, стали добрее и счастливее, и чтобы мы не канули в вечность, не сумев послужить грядущим поколениям. Люди перестают мыслить, когда перестают читать. Лесть считается чем-то низменным и подлым. Она становится жестокой и изобретательной, когда ее направляют на то, чтобы угодить одному человеку, придумывая унижение для другого. Лучше изнашиваться, чем ржаветь. Неизменно помни, что природа не бог, человек не машина, гипотеза не факт. Искренность – мать правды и вывеска честного человека. Если бы на земле все было превосходно, то ничего не было бы превосходного. В мире гораздо больше поз, чем может воспроизвести хореография. Тот, кто рассказывает тебе о чужих недостатках, рассказывает другим о твоих. Когда хочешь писать о женщине, обмакни перо в радугу и стряхни пыль с крыльев бабочки. Чудеса там, где в них верят, и чем больше в них верят, тем чаще они случаются. Религия мешает людям видеть, потому что она под страхом вечных наказаний запрещает им смотреть. Человек создан, чтобы жить в обществе. Разлучите его с ним, изолируйте его, и мысли его спутаются, характер ожесточится, сотни нелепых страстей зародятся в его душе, сумасбродные идеи пустят ростки в его мозгу, как дикий терновник среди пустыря. Дени Дидро. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.